и после него Дмитрий Ермолаев. Всем добрый день, я Дмитрий, я сегодня представляю проект наш с Андреем Чугуным. Это один из сооснователей Smart Contract, один из разработчиков NXT, Scorex и эксперт сегодняшнего, ну, этого хакатона, вы сможете послушать его завтра на мастер-классе. В частности, в проекте Scorex можно и видео, и фото одновременно. Разные проекты, разные варианты консенсуса, достижения консенсуса между первыми сети и в рамках данного хакатона мы решили реализовать новый консенсус. Это предложенное в статье Perma Coin в 2014 году лучшими умами разрабатывающие криптоалгоритмы. Этот проект — это вариант Proof of Work, в котором в качестве вместо бесполезного перебора хэшей, как в биткоине, используется хранилище данных. То есть биржи, майнеры должны доказать то, что они хранят у себя локальную копию какого-то подмножества огромного файла, который хранится в данной сети. Это позволяет эффективно реализовывать архив данных и, например, сохранить все книги человечества, важные документы и так далее. В том числе, возможно, хранить сам блокчейн в этой сети, что позволит реализовывать очень высоконагруженные системы, в которых не нужно загружать и разрабатывать этот блокчейн к себе на компьютер, он хранится распределенно по всем узлам сети. Нам нужны программисты Scala и разработчики, люди, сведущие в криптовалютах, но в целом мы готовы сотрудничать с кем угодно. Если вам интересен проект, обращайтесь. Вопрос, а с мошенничеством вы уже там подумали, как это по-русски? Дмитрий.